Красноярец украл в магазине 188 плиток шоколада и отдал детям. Сотрудники супермаркета выявили недостачу на 14 тысяч рублей и обратились в полицию. Работники просмотрели запись с камер и увидели, как двое мужчин подходят к прилавку с большой сумкой и грузят в нее сладости. Одного вора поймали. Он рассказал, что шоколадки они поделили поровну, и свою долю он отдал своим детям. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. За что задержаны сотрудники полиции? Заказывал 43-летний красноярец за месяц украл мототехники на 2 миллиона рублей. Мопеды, скутеры, мотоциклы, квадроцикл он находил на стоянках и уезжал верхом. Так он угнал 20 единиц техники. Позже выяснилось, мужчина вообще брал все, что плохо лежит. Стремянку, смартфон, инструменты. Все это он быстро продавал. Полицейские при обыске обнаружили у него только 3 мотоцикла. В этом году дорожники будут переделывать Мичуринский мост. Об этом рассказал замруководителя УДИП Вячеслав Оржевикин. Напомним, что в прошлом году на мосту шел масштабный ремонт. Замена деформационных швов и укладка асфальта уже велась при отрицательных температурах. Спустя всего 3 месяца новый асфальт начал крошиться и проседать. Теперь дорожники будут доделывать мост в этом году. Огромное масляное пятно снова заметили на Енисее в районе Октябрьского моста в Красноярске. Такое явление уже стало регулярным. Специалисты приезжают, ставят боны и высыпают сорбент, но проблема от этого решается лишь на время. В прокуратуре предполагали, что это старое загрязнение, которое осталось после ликвидации нефтебазы. Сейчас на госзакупках отторговали тендер на новый проект защиты Енисея от загрязнения почти за 8 миллионов рублей. До конца года в Красноярске появится 20 новых электробусов. Правительство края приобретет их по федеральной программе модернизации городского электротранспорта. Также в городе будут установлены 5 зарядных станций.